Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, уважаемые подписчики. Здравствуйте все, меня зовут Ведьмак. И это прохождение игры под названием Everland 2. Игры, которая меняет графику, меняет геймплей. Вот, и в предыдущей серии мы с вами попали в этот подземелье, и игра превратилась в платформер. Как вы можете видеть, мы теперь можем прыгать, скакать и двигаться вверх, вниз. Вот, зеленоволосая баба в предыдущей серии там что-то покачевряжилась немного, но я ей между сериями дал в щи пару раз, поэтому мы теперь можем прыгать. Вот, у нас теперь есть этот братюня, который ломает стены, с чем и вас и поздравляю. Крыса! Она меня ударила! От стерва. Да, я понял. А между этими ребятами мы можем переключаться. У нас будет, видимо, еще один третий товарищ, да? Вот, каждый из этих ребят, ну, каждого из них, по крайней мере. Ау! Чё-то я еще не освоился немного в управлении. У каждого из них, в общем-то, своя вот эта вот ультимативная обилка, поэтому... Поэтому вот так вот. Меня напрягает, что прыжок в игре на... сделан на Y. Я играю на геймпаде, если что. Вот, и мне несколько неудобно. Вот это все мелочь. Может, можно и переназначить, хрен его знает. Так, куда нам дальше-то? Опа, сейф. Я аж испугался, что это за херня происходит. А это что за статуя? Может, их ломать можно, как думаете? Так. А как мне забраться? Вот туда. Я хочу. А мне не дают. А я хочу. А мне не дают. От сволочи. Ладно, пойдем, может, найдем. Чем спустились мы, как обычно, в канализацию. Ни одна игра в мире не обходится без канализации, без плавания по ним. Здрасте. Я не могу просто плыть вверх. Похоже, что нет. Так, ну сюда мы через сейф идем. Значит, справа мы идем не через сейф. Давайте сходим сначала направо. Ну-ка, может, все-таки... Не, ничего не происходит. А откат обилок, кстати, общий. У всех персонажей, это что? Дверь закрыта! Да ладно! Не может такого быть. Даблджампа у меня тоже нет, поэтому... Все очень плохо. Нормально, сдуло ветром. Ну, в бою, кстати, вот эта вот зеленоглазая, в смысле, зеленоволосая баба, она получше будет, чем парень, который умеет. Да блин. А, фига себе, я сдох. Крайне неудобно расположены кнопки. Может, их можно переназначить? Ага. Размечтался. Просто прыгать на Y, бить на А. Это вообще странная раскладка. Просто для того, чтобы, например, запрыгнуть, держа при этом кнопку атаки зажатой, мне нужно делать очень странные движения своими пальцами. Правда, у нас атака стала какая-то. Вот этих тварей надо валить, короче. Потому что они нам будут мешать, я уверен в этом. Ай, сюда. Ого, хера себе. Получи. Ползет оно ко мне. Не надо так делать. Я этого не люблю. Молодец. А это что за... А, я могу ее и так сломать. С чем у вас и поздравляю. Блин, я думал, он по дороге заденет. И уничтожит это говно. А он не захотел. А чё это? Не понял. Ты только вниз сможешь, что ли, прыгать с этого... с этих решеток? Это очень опрометчиво, вообще говоря. Ну ладно.
Ну какого тебе перепуга, ну? Чистейший платформер, как можете видеть. Все довольно стандартно. Прыгаем по всяким штукам, делаем всякие штуки. Так, и чё? Ого, хера себе. Ну в смысле, блин? Он мне не дала даже эта игра прыгнуть второй раз. Просто говорит, ты упал. И не волнует. Ненавидел всегда платформер, на самом деле. И ненавижу до сих пор. Все эти Марио, Мегамены и прочие штуки. Какое-то красное говно я нашел. Ненужное никому в этом мире. Но нам придется его взять. Потому что... Почему бы и нет? Так. Я вообще-то нажал вверх! Корявая игра. Она меня бесит! Чё, мне теперь вот это говно красное по новой брать, очевидно, да? Ненавижу платформеры, все платформеры говно. Ненавижу я платформеры. А, нет, всё-таки не надо было брать. Ладно. По крайней мере, я об этом знаю. Так, а давайте сгоняем сюда. В смысле, и чё? Может, что-то сделать здесь надо? Видимо, нет. Тихо. Так. Спокойно. Плеваться в меня, сволочи. Ненавижу, когда меня плюются. Допустим. И что внизу? Понятно. Бездонная пропасть. Смерти. Хера! Охереть, вот это, блин, челлендж. Я не подписывался играть в «Кто хочет быть Боши». Вообще-то говорит... Да, да он не допрыгивает просто! Да. Чё-то сложность, конечно, какая-то вообще запредельная. По крайней мере, для меня. Ну, в смысле? Мудак! Не хочу я это проходить, это... Блин, что, два удара шипами, я отдыхаю? Хереть. Королева восхищений, мы в восхищении, да блин, больно. Там какая-то дорожка направо была, ну и сипука с ней. Я туда не пойду. Я лучше пойду засейвлюсь. Ты чувствую, у меня никаких нервов не хватит. Так, но очевидно, эта баба не сломает нам камень, потому что она слишком слаба. Тихо. Ну, блин. Слишком много кнопок. Нажимать целых две. Ну чё? Ах, я же могу его убить, да? Иди сюда! Красная херня. Что ты задрал? А вверх не могу бить. Очень жаль. Денежки! Он пошел. Ох ты! Нихера себе оно! Оно еще и скидывает. Блин. Какая-то вообще нереально жесткая игра. Стала, по крайней мере. До этого она была, не была такой жесткой. Ну ладно. То есть эти твари скидывают вниз. Будем знать. Ну и чё ты ползаешь туда-сюда? Ползи куда-нибудь. Уже не ко мне!
А, не того. Увезло мудака. Мри! Получите. Денежки! Зачем продания мне нужны до сих пор пока? Не знаю. А, мне еще надо было сюда. Куда я иду? Кто бы мне сказал? Брысь. Блин, эта тварь наверняка тоже скидывает. О, а этих можно вальнуть? Получи! Так, я чувствую, мне предстоит еще одно веселое путешествие. Во. Блин, а там можно было перепрыгнуть и туда пойти. Там, видимо, какой-то секретик был. Пес с ним. Ау! Ладно, я все равно... Ха! Левелап и смерть. Вообще замечательно. Смертельный левелап. Блин! Теперь я могу достать сундук. А что-то такое сверху? Опять это... херня. Понятного назначения. Там, видите, сверху какая-то лабуда. Но вроде она ничего не делает. Я победил вас! Ключ? Это один из ключей. Я так понимаю, надо будет еще пойти в другую сторону. Чтобы было на полное счастье. Тихо. А! Не ту кнопку жму. Ну, как обычно. О, господи. Отвали. Лабиринт прямо. Ау, вообще-то. А это что? Да опять какую-то говницу. Зачем мне все это? Сволочь. Что интересно там? И что ничего. Так оно и есть. Грёбаное ничего. Да, пес с тобой. Так, надо получается, мы получили, получается получили. В общем-то мы получили один ключ от подземелья. Ой. Чпок, типа дверь открылась. Хорошо, теперь нам надо пойти в другую сторону, я так понимаю. И там уже теперь открыть, найти точнее ключ. Да блин, скотобаза. Да блин, тупик я. Это тупик. Да что ты будешь делать? У меня один хп. Лау. Я требую сейф. А там сундук. А я не могу его достать. Что такое, я помню, русалочка была игра на Денди. Что-то примерно такое же было по геймплею. А что, я умер? А, воздух кончился. Как
Какая досада. Даже ни на кого не наткнулся. Удивительно. Да ты скотина. Убью тебя. Блин, так нам надо быстрее, получается, шевелить булками, потому что иначе я сдохну. Блин, дурацкое управление. Вообще, кто, блин, такое придумал? Ладно, пойдем дальше. Он еще, блин, всплывает, как паралитишный, прыжками. Так, тут... Че, я не понял? Он сломался на время. Че у тебя тут? Звезда, да нахер бы она сплющилась. Проще на этих мышей не обращать внимания, на самом деле. Не особо они мешаются. А вот эту вот тварюгу, наверное, надо бы мочкануть. Оно ожидаемо, она не убивается. Потому что на ней панцирь, видите ли. Ну так он вроде снесло. Кто-то кричит голым-голым, я слышу. Вы меня не обманете. Ау! Давай, давай. Покрутись еще немножко, а потом я тебя убью. Ну и ладно. Плюс с твоей монетой. Можешь себе ее засунуть куда-нибудь. Куда тебе больше нравится. А ну умри! Хрип. Подозрительный туннель какой-то. Но он идет к сундуку. Еще одна звезда, япона мать. Хотя, впрочем, в других сундуках не менее бесполезные предметы были, по сути. Я теперь сам себе Марио уже напоминаю. Так, эти голумы, голумят. Я не буду торопиться. Блин. Надеялся двоих одним ударом убить. Не вышло. А-а-а! Блин. А, вообще-то. Сволочи. Делают мне больно. Так. Очередная сволочь. Не буду собирать, потому что воздух кончается. Лучше валить отсюда. Ау! Ау! Я сейчас сдохну. Дышать! Фу. Ты же чем-то на червяка Джима смахивает. Там был такой, я помню, уровень. И... Надо было плавать такой в стеклянной батисфере и стараться не убиться об стены, при этом уничтожать врагов. Но управление у нее, конечно, было вообще конченное. Ау. Ау. Я тут только что подумал, что как провалюсь сейчас куда-нибудь. Так, еще один ключ. Очень нужный нам для того, чтобы расти. Получи. Глазястенький ты наш. Ломай его! Ломай! Слабак. Ура! Мы вышли из говнища. Нет, не вышли. Блин. Ой.
Почему-то мой компьютер посчитал, что я бездействую, и выключил монитор. Ну ок, допустим. Наконец-то чистый воздух. Здесь даже пахнет пирогом. Жрать хочу, говорит. Хочу жрать этот пирог. Ты тоже хочешь жрать? Нет. Ты еще человек? Нет, я ведьмак. Я тоже хочу жрать и отдыхать. Но, короче, бла-бла. А ворота в город закрыты ввиду войны. Нужно придумать план, как обойти это дело. Давайте, короче, сходим в трактир за информацией. Мои люди все больше, короче, подвергаются опасности, пока мы с каждым часом, который мы тратим. Ну и, короче, понятно. Пошли жрать. Нет. Тело нуждается в силе. Да хватит, блин, болтать. Вот вы занудные, ну. Запарили. Болтуны. Ой, я могу бить. Курица! Курица! Она не убивается. То есть... Какой-то я приперся. Получи. Ты получи. Еще. Вы кто вообще? А, очень интересно. Очень интересно. Безумно просто. Куда я пришел? Что это за сундук? Сундук! А, вонючие носки. Ну ладно. Раз вонючие носки, значит заглянем в этот сундук. Нет, это должен все проверить. Всякий очень несмешной юмор. Набор для сборки Икеи. Ок. Ладно. Конечно, приятно, что авторы запихали в игру столько всяких приколюшек, но они не очень на самом деле интересные. Что за сортир деревенский? Здрасте. Да-да. Безумно интересно. Просто вообще невероятно. Так а где... Здесь подвал? Пусти меня в подвал, скотина! Ты кто? Жизнь, боль, говорит он. А-ха-ха-ха-ха. Как Dark Souls. Все NPC смеются. Так. Ин. Здрасте. Добро пожаловать в трактир «Речная крыса». Личное название, считаю. Жрите пиво, бухайте, короче, веселитесь. Бла-бла. Кто? Хочешь спать? 50 золотых за ночь. Нет. Я их спать. Еще не знаю, зачем я сюда пришел. Еще к официанткам поприставал. Ничего интересного. О, что за пес? Мистер Мудвелл. Вы собираетесь покинуть город? Я могу это устроить. У вас есть еда для куриц для меня? Что-нибудь, короче, чтобы подсластить наши отношения. Не то, чтобы я вам не доверял, но... Кое-что для проверить, короче, не мешает. Мне не нравится этот парень. Это плохая идея с ним сделки заключать. Молодая бабень права. По крайней мере, в теории. Но, в любом случае, у нас, похоже, нет выбора. Короче, мы в армии говорили, что цель оправдывает средства. Да, я заинтересован, давай.
Короче, мы поладим. Не желаете ли внести небольшой депозит? 540 голды? Ты что, охерел? Оп, морда охеревшая. Это же все мои деньги. Ой. Правильно же понимаю, что у меня 540 гей. Пошел в задницу. О, давайте квест дают. Хочешь вывести кого-то за город? Короче, не заплатив ни гроша. Попроси мистера... Спроси мистера. Ну, спасибо, я с ним уже пообщался. Как смешно, пипец просто. Усаться. Юмористка такая прям. Охереть. Так, зайдем в магазин. Что у тебя есть? Добро пожаловать в Разу. Что хотите купить? Чай, сахар, виски, оружие. Оружие. А все оружие и броню конфисковали на войну. Потом пошел нахер. Ну ладно. Я нашел деньги. Я нашел деньги. Деньги, деньги, больше денег. Что у тебя еще есть? Чай? Чай будет стоить 200... Да пошел ты в жопу с своим чаем. А это что, бордель? А, реально, походу, бордель. Добро пожаловать... А, это приют. Я же не знаю, что они стоят. Как из проститутки, блин. Вряд. А может, здесь разрешена педофилия? И детей продают для сексуальных утех? Ладно, все с вами понятно. Здорово. Ах, это... Да-да-да. Молодец. Это ж тюрьма, из которой мы выбрались, да? Можно туда зайти. Не пускают. Сбежал кто-то из тюрьмы, тревоги была, бла-бла, все его ищут. Никто не знает, как он выбрался. Ну, да. Мы случайно. Но я подозреваю, что заплатить этому херу все равно придется. Других вариантов, так понимаю, выбраться из города нет. Прости. Не пускают. Ну и ладно. Баба какая-то по газону в наглую ходит. О, гильдия мага. Дверь закрыта? Да ладно. Маг. Молчит. Ты что за очкарик? Проклятые волшебники забрали лабораторию себе снова. С тех пор, как они приехали в город, короче, её туда хер попадешь. Чё они там ищут? Я без понятия. Короче, не дают ему читать. Какая досада. Ты, может, меня пропустишь, не? Музыка такая упоротая. Кто? С тобой. Я украл у тебя деньги. О, ты что ходишь? Не важно. Просто не важно. Что такое дабл? А. Жральник. Добро пожаловать в Макдональдс. Мы еще не начали обслуживать, так что проходите позже. Ну, мудак. Так, ну из города нас не... Короче, понятно, что с вами... У нас других вариантов, кроме как пойти заплатить этому... Пете. За что, чтобы нас выпустили? Да-да-да, молодцы. Много диалогов в игре, точнее, монологов, но неинтересные на самом деле.
О, крыса. Понятно. Сквик-сквик. Что, крыса? Нет. Здесь всегда было чисто. Должно быть другое объяснение. Ну, конечно. Это не крыса, это на самом деле замаскированный кот. Ну, нам не хватит денег, чтобы заплатить этому Васе. Всего 579 монет. Жрут, сидят. От сволота. О, я смотрю, диалог по новой попрет, да? Замечательная игра. Ну да. А, то есть он с каждым разом, он просто тупо забирает все деньги. Ну ладно. Вы заслужили мое доверие. Теперь сделка. Добавьте мне еще 150 голды, и я вас отсюда выпущу. И вы можете отказаться в любой момент. Но я ваш депозит оставлю себе. Вы соглашаетесь? Нет. Нет. Короче, у нас нет больше денег. Вам нужно отработать. Я знаю, это ужасное слово. Короче, я тебя хочу убить. Просто-напросто. Я не хочу тебя слушать. Нет. Че? Короче, пошли вон. Вы много разговариваете, ни хера не делаете. Эй. Нет. Короче, надо идти отрабатывать. А вообще, блин, я пустил диалог, ну и хер с ним. Так, короче, нас наебали. Короче, что могу сделать для вас, мисс? Я хочу поработать. А, ничего из этого. Понятно. Короче, скажи, когда решишь отрабатывать. Да и хер с вами. Ладно, давайте на сегодня закончим. Пурта игра. Отдали все в свое бабло какому-то непонятному херу. Теперь нам еще придется отрабатывать за то, чтобы нас вывел из города. Ну, на сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть еще. Всем пока.